Darlings, I came back to Russia, but I forgot the language. So here's the thing. You thought I'm clickbaiting you again, but I don't. I actually going to play for this team. For today might be the first game or not. I don't know. Subscribe, please. А то ёпта чё ты. Тяжело, пока имён не знаю. В прошлый раз, когда я говорил, что я пошел в команду чемпионов дивизиона, я действительно в нее пошел. Но прежде чем я расскажу вам про нее, вы послушайте вашу любимую рекламную интеграцию. Алло. Алло. Что? Это просто невероятно. Я сейчас им расскажу. Прикиньте, марафон. Значит, недавно стал официальным партнером мадридского Реала. Давно является партнером Манчестер Сити, московского Динамо и еще кучу футбольных клубов по всему миру. Как вы можете им вообще не доверять? Это самые надежные в мире ребята. Если вы абсолютно крутой чувак, эксперт в любом виде спорта, срочно бегом в закрепленный комментарий «Марафон Бет». Центавр — это такая большая-большая структура любительских команд, которая состоит из команды 4-го дивизиона чемпионата России, а также из кучи-кучи команд различного рода любительских лиг. Я кинул клич в одну группу любительских команд, что я ищу команду на межсезонье Амкала. Межсезонье небольшое, потом приходишь на большие ворота и, о, черт возьми, где я? Ага. И вот, Центавр были первой командой, которая откликнулась на мой зов, и это очень круто. Ребята довольно неплохо работают в медийке, они, кстати, даже обозревают свои матчи у себя на канале, вы можете перейти и посмотреть, я оставлю ссылку внизу. Короче, прикольная, интересная структура, в которой у меня будет возможность потренироваться и попрактиковаться в играх. Да, мои налогодники любимые, помните? Пойдем, пойдем вперед! Стой, стой, высоко не идем! Прикольно, левее, левее! Один, я есть! Пойдем, выйдем, выйдем! Выйдем! Супер! До конца, до конца! Выйдем, выйдем, выйдем вперед! Пять без шапки, мама заругает. Она смотрит, она не ругает. Ноль-то сказать некому. Смотри, сразу 100% побегут. Жека, ты что в раму встал? Хорош! Сейчас защитник сыграл. Я его не верю, такой гол. Мы его называли Леха Куясь. Что бы там ни было, мяч ему. Куда его? Все моменты, которые были у меня в первом тайме. Вот закидушка, на которую я не вышел. Ты вроде переместился тут пару шагов. И хотя бы на вынос его, потому что он остался здесь. Я согласен. Вот вынос, где я почистил и попал случайно в нападающего. Вот несколько ударов по воротам. Это первый. А это, собственно, второй. Бля. Сам момент я сейчас не вижу, но вы пишите в комментариях, если мне стоило быть чуть-чуть правее или мне так показалось. В любом случае, там был рикошет, поэтому хрен его знает. И вот были несколько передач. Вот хорошие передачи. А вот не очень хорошая передача. Пойдем.
Ну да, вот так. Ну да, и я от заголовка про ЦСКА ждал гораздо больше. И я ехал на эту игру с абсолютно другим настроем. Честно, я думал, что нас просто к чертовой бабушке разнесут. Это к тому, что я еще и не спал всю ночь, потому что только что приехал из страны, где минус 7 часов от нашего времени. А вот, друзья, все самые интересные моменты второго тайма. Рэш, флажок надел, парни. Вот это да! Нет, просто мы второй тайм так уже начинаем. Второй... Мои диалоги сегодня на уровне этого, Кличкова, вспомнил. Сегодня не все могут завтрашний день смотреть. Бегай, вот все, первый! Да блядь, да блядь! Бай, не надо! Ломан! Бля! Какая тупая игра! Давай, давай, меняй, меняй! Это рикошет! Какое что ты ставишь? Это рикошет! Бля, Дмитрий, что это такое? Что это за пенальти по новым правилам с рикошет не считают? Вот и все. Вот и я тоже большего ждал от этой игры, черт возьми. Но я надеюсь, что дальше получится снимать гораздо интереснее, чем у нас произошло с ЦСКА. Если вам интересно посмотреть матч регулярного чемпионата Москвы, обязательно набирайте под этим видео 20 тысяч лайков. Мы поймем, что вам это интересно. И обязательно пригоним с камерой на какой-нибудь из игр Центавра уже в чемпионате. Теперь я заставлю вас на этого пацана смотреть по-другому. Все его называют Грю. Грю — это такой персонаж из «Гадкий я». Босс. Теперь смотрите на него. Во время игры нам крупняком лицо человека показать не получилось, но вот, собственно, Грю, да? Да. Да сколько лет тебя так уже называют? 3 года. Похож, так, ну. Да нет, похож, базара нет. Я даже... только на просмотр пришел и сразу же мне... Первое? Ну, второй или третий день. Был и показывают, говорят, смотри, как ты похож. Ты какого года рождения? 2003. Много народу у вас, вот кто выпускной год, остается дальше в дубль? Так вот, ну, уже, забрали много человек, да. Из второго забрали? Да, из второго, из третьего уже 2 забрали. Короче, 2 ключевые вещи, которые я хотел бы, чтобы вы вынесли из этого контента. Во-первых, посмотрите на меня сейчас и запомните меня таким сейчас. Буквально через 5 дней я уже буду на Кипре с Уралом готовиться, наверное, на самых интересных... Да какого черта, наверное, на самых интересных сборах в моей жизни. Меня будет готовить Андрей Шпилев в своем недельном микроцикле, который мы вам будем показывать в формате каждый день. Поэтому я еще раз напомню, что вы обязательно должны будете, просто обязаны подписаться на мой канал, поставить не то что колокольчик, а напоминание себе на телефоне, что вы просто обязаны заходить и смотреть на этот контент. Обязательно писать комментарии, обязательно ставить лайк, потому что, твою мать, мы очень сильно стараемся на все это дело. Мы будем делать все максимально динамично, максимально интересно. Мы будем делать различного рода возможные челленджи. Пишите, что вы хотите увидеть в контенте с футбольным клубом Урал. Кого бы вы хотели позвать на мой канал и что бы вы хотели с ним сделать? Ну, давайте только без жесткостей. Поэтому обязательно переставайте смотреть нас без подписки, черт возьми, потому что ваша красная кнопка должна превратиться в серую и все такое. Ну, на самом деле, благодаря этому мы и договариваемся со всеми-всеми интересными нам структурами. Обязательно смотрите видосы, обязательно ставьте лайки и под это видео. Пишите обязательно все в комментариях, мы все-все-все на свете читаем. Надеюсь, что дальше будет получаться только интереснее и информативнее для вас. Запомните меня таким сейчас и забудьте к чертовой матери, потому что после сборов с Уралом я буду готов как никогда. Инстаграм нашего оператора внизу в описании. Самый лучший магазин вратарской экипировки. И не только, по ссылке внизу. Подписываемся на канал, ставим лайк под это видео. С вами были Женя, Антон и футбольный клуб Центавр. Всем пока.